В муниципальных загородных лагерях началась первая смена. По традиции, школьники отправились на отдых 1 июня, в День защиты детей. Подробности в сюжете. Настя и Михаил учатся в разных школах, а познакомились они в лагере «Радуга», куда ездят уже несколько лет подряд. Сегодня они пошли проводить друзей, а сами планируют отдохнуть во вторую смену. Только приехал, ты влюбляешься в это место, и просто можно провести время с удовольствием. Всегда, каждый день там. У нас много интересных мероприятий, у нас классные вожатые воспитатели, которые много нам помогают, много интересному учат. А вот Вероника в лагерь едет первый раз. Немного волнуется, конечно, но мечтает подружиться со сверстниками. Ее мама переживает, как дочь понесет сумки. Вещей получилось много. Выбираем. Вот, набрали вон целую кучу. Футболки разные, еще там сапоги, резиновые, спортивные, кроссовки, туфли. На любую погоду, да? Да. После инструктажа дети и родители идут к автобусам. 1 июня школьники отправились в три лагеря – «Радугу», «Ромашку» и «Спутник». Так, ребяточки, сразу же пристегиваемся. Всего этим летом будет работать 8 загородных оздоровительных лагерей и летняя дача «Отмичи». Планируется, что в них отдохнут около 5700 детей. Лагеря, открывающиеся в первую смену, все готовы к приему детей. Получены положительные заключения надзорных органов, заключены все контракты. Директора у нас загородных лагерей все опытные, имеют многолетний опыт работы. Еще будут организованы также походы в соответствии со всеми нормами и правилами. Традиционно в Твери будут работать пришкольные лагеря. Также у ребят есть возможность заработать в летние каникулы в трудовых школьных отрядах.